Алексей Навальный вышел из СИЗО после 15 суток ареста. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Об освобождении российского оппозиционного лидера сообщил глава его предвыборного штаба Леонид Волков. Сегодня у спецприемника номер 2 на западе Москвы, где Навальный отбывал административный арест, собрались десятки журналистов в ожидании его выхода на свободу. Но у ворот учреждения Алексей Навальный так и не появился. Его отвезли в другую московскую ОВД и выпустили там. Алексея выпустили из ОВД Конькова. Почему власти поступили таким образом, очевидно, надо спрашивать у представителей властей. Я могу сказать, что это уже было. То есть я напомню, что в 2011 году, когда первый раз его задерживали вот после Чистых прудов, тоже там 20 декабря, тогда его все встречали на Симферопольском, а его увезли куда-то там в другое место и вывезли. Навального задержали в центре Москвы 26 марта. Перед началом массового протеста против коррупции толпа окружила автозак и пыталась помешать полиции. Но Навального вместе с сотнями других активистов отправили в спецприемник. Тверской суд приговорил Навального к штрафу в 20 тысяч рублей и 15 суткам ареста. Протестная акция против коррупции во власти, которую организовал Навальный в центре Москвы 2 недели назад, завершилась рекордным количеством задержаний. В отделениях полиции оказались свыше 1000 человек.